Здравствуйте, мои дорогие любимые. Сегодня мы с вами погадаем на вот этой интересной колоде Таро. Вы ее еще не видели. На такую тему, кем вы становитесь. Мы посмотрим, кем вы были в прошлом, какой картой вас видят высшие силы, какой картой вас видят сейчас и какой картой вас видят в будущем, кем вы станете, с кем вы становитесь. Вот. У нас с вами будет по традиции три позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его открыли и смотрите. Даже если оно записано много лет назад. Здесь карты с текстом, видите? Но, конечно, мы все знаем трактовку. Вернее, я знаю точно трактовку марсельского Таро. И поэтому мы с вами сейчас погадаем. То есть не обязательно, конечно, брать и привязываться именно к тексту, да? По крайней мере, не во всем. Итак, перемешаем наши с вами карты. Кем вы были в прошлом, покажет первая карта. Также можно загадывать не только себя, а какого-то другого человека. Как будто бы вы слушаете расклад от его имени. Итак, перед нами карты. Давайте первая позиция, вторая и из произвольного места третья. И духи у нас для обозначения позиций. Первая позиция пусть будет Армани. Вторая позиция пусть будет Пакарабан. А третья Прада. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Итак. Кем вы становитесь? Итак, наш, первый расклад – это Армани. И первая карта, кем вы были в прошлом? В прошлом вы у нас кавалер кубков. Вы сами знаете, что карта романтика человека, который в кого-то может быть влюблен, да? И карта человека, который идет по пути своего сердца, то есть иду за тем, что я люблю, или за тем, кого я люблю, несмотря ни на что. И, соответственно, тут у нас есть такая надпись: «Мое сердце разрывается, нежность переполняет меня, рухнуло равнодушие, служившее щитом от боли мира. В моей чаше сияет драгоценный камень, любовь гораздо большая, чем я. Именно он ведет меня к следующему шагу, мне остается только подчиниться ему». Конечно, карта всегда говорит об импульсивности, о том, что человек был такой воодушевленный, да, романтик, и тот, кто не будет слушать никого ради того, что нужно ему, его душе, да, и, соответственно, вы, кто-то искренний были, да, кто-то интересный такой, может быть, творческая натура. Карта также очень часто показывает людей, которые могут за кем-то куда-то уехать, переехать, бросить все, и также есть по этой карте люди, которые рано женились, вышли замуж, потому что повело и все в эту сторону. И также люди со способностями, с экстрасенсорными и просто сильной интуицией. Хорошо, молодость такая, весна в душе.
Теперь давайте посмотрим, кто вы сейчас и кем вы станете. Так, кто вы сейчас и кем вы станете в будущем? Знаете, это так интересно. Вы сейчас шестерка кубков, а станете правосудием, справедливостью. То есть на самом деле вы, судя по этим картам, ну, очень сильно должны измениться. Потому что одно дело кубки, это такие эмоциональные карты, да? А другое дело аркан справедливость. Ну хорошо, обсудим нашу шестерку кубков. Что у нас тут есть? Глаза в глаза, сердце к сердцу, рука об руку. Ты и другой вы лицом к лицу на одной высоте. Влюбленные, родственные души. Не обязательно такое товарищество душ, возможно, со всеми. Другой, как и ты, страдает, надеется и защищается, и стремится открыть свое сердце. Конечно, эта карта иногда нахождение в паре и романтики, и любви, да. Но иногда эта карта заглядывания в прошлое. То есть человек живет прошлым, человек вспоминает что-то из прошлого. Свои прошлые отношения, прошлую любовь, он, как сказать, погружен в ностальгию, да, воспоминания. И часто вы варитесь в прошлом и ничего не можете с этим поделать. Прошлое захватило вас, вы не можете думать о будущем, вы не можете думать о настоящем, а только варитесь вот в этом прошлом, когда вы были рыцарем кубков, да? Карта показывает, шестерка кубков, что это романтичный человек, опять же, сентиментальный, мягкий, добросердечный. Вы в данный момент можете очень многим помогать, но также быть в семье, заботиться о детях или о стариках. И, соответственно, натура сильная, добрая, нежная, умеющая подчиняться, но не подчинять других. Понимаете? Вы человек, который готов уступать другим. То есть это больше не лидер, а наоборот, подчиненный. Карта шестерка кубков — это человек, не готовый каким бы то ни было сражением. Даже рыцарь кубков в прошлом готов к сражениям, а сегодня вы не готовы. Вы не за любовь не готовы сражаться, ничего, но вы готовы помогать и быть мягким человеком или мягкой. Готовы любить. Вот. Но вы вспоминаете больше о прошлом, значит, в прошлом вам казалось, что было лучше. Что вы что-то там не выполнили, оставили, забыли. Или кого-то забыли там, кого-то оставили. Кого вы ждете, может быть. Хорошо. Кем вы станете? Справедливость, да? Ты смеешь смотреть мне в глаза? Спрашивает карта. Я терпение... Беременные женщины, ожидающие доброй воли своего будущего ребенка. Я неумолимый свидетель справедливого и несправедливого. Я твоя сила действительно говорить нет, чтобы научиться действительно это говорить. О, я то, что в тебе созревает. Да, действительно так и есть. Карта правосудия, карта строгого человека. Вот как раз-таки тут лидерство уже на первом месте. Вы можете стать... обвинителем, обвиняющей стороной. Или тем, кто рассуживает других. Но в любом случае это более холодный человек. Тот, кто стоит на стороне справедливости и тот, кто карает. Может быть, вы даже решите отомстить всем, кто пользовался вашей добротой сегодня. Правосудие показывает и дисциплину, которую человек решил... требовать от себя и от других. И также иногда высокий уровень власти, даже в обществе. Карта правосудия показывает кого-то цельного, кого-то, кто точно знает, чего хочет от жизни. И строгого. Вы будете гораздо строже в будущем, чем сейчас. То есть ваша душа такая нежная, может быть, много раз поранена, и вы наконец-то поймете, что уступать всем и вся — это не для вас. Вы поймете, что нужно любить себя, уважать себя, но именно больше даже уважать. И больше никому не уступите. Также карта показывает иногда, что человек реально сел где-то вот на хорошем месте,
бюджетном или, ну, каком-то, да, как специалист, и может делать что-то для других, но не так, как сейчас вы готовы помогать, да, а именно какую-то такую работу, которую другой никто сделать не сможет. То есть так помочь, как вы, другие не смогут, потому что вы в этом понимаете очень хорошо. Ну и карта, конечно, часто показывает законный брак, главу семьи, то есть когда что женщина, что мужчина может быть главой семьи, и ответственность, которую вы проявляете за себя и за других. Твердость такая, нерушимость. Сейчас вы более такой покладистый человек, нежный, добрый, а в будущем вы будете более холодным, черствым таким человеком, обвиняющим, да, постоянно, требующим неукоснительного выполнения того, что вы приказали. Даже можете стать богатым человеком, но именно кто не уступает другим практически ни в чем. Ну, вот такая интересная первая позиция получилась. А мы идем дальше. К позиции номер 2. Тут у нас с вами Пакарабан. И первая карта — это вы, но сегодня. Нет, простите, вы в прошлом, да? И в прошлом вы были отшельником. Ну, отшельник показывает одинокого человека, кто очень отделен от других. Интроверт, человек закрытый. Тот, кто проходит свой жизненный путь в одиночестве, или даже если находится где-то в обществе, то себя чувствует одиноким, даже в присутствии других людей. Это не я отрекся от мира, это мир отделился от меня. Это светящееся одиночество связывает меня со всем, что живет. Я тихая близость, тайная любовь, которая никогда не покидает тебя. Где бы ты ни был, я слышу твой зов, отвечаю тебе и утешаю тебя. Да, карта очень часто показывает, что человек был тайно влюблен в кого-то, но не имел взаимности. Но также она показывает, что полагаться во всем вы могли только на себя. Вы были очень самостоятельным человеком. И, конечно, вас обижали много раз. Не раз, не два, не три. Вы же так закрылись не просто вот от своего желания, да? Вы так закрылись, потому что люди не понимали вас, не могли вас оценить по достоинству, издевались над вами. И вы начали свое духовное развитие, свой духовный путь из-за этого. Из-за того, что люди не понимали вас. То есть вы все время начали копаться в себе, пытаться найти ответы на свои вопросы. Ну и в итоге, да, вы начали закрываться от других. Мол, им доверять нельзя, значит, я не могу им раскрыть себя. Но при этом вы постигали опыт. И от наивного человека вы пришли к абсолютно недоверчивому. Но, с другой стороны, вы точно знаете многие чувства других людей, скорее всего, да. Ну да, в прошлом вы отшельник, да, в прошлом вы отшельник. Хорошо. А кто вы сейчас и кем вы станете? Так, кто вы сейчас? И кем вы станете в будущем? Ну, сейчас вы император, а в будущем вы станете девяткой кубков. Ну, я бы сказала, хорошее развитие, потому что сколько опыта прошел отшельник, как он мучился там, да, в прошлом, был один. Конечно, он может стать императором, вы им стали. Вы какое-то важное место заняли в обществе, в любом случае. Император — это результат, я бы сказала. Потому что это как закалка, да? Человек отшельником закалялся в своем вот этом одиночестве, отделенности от других, мучениях своих. Проходил духовное развитие, духовный путь, что-то понимал про себя, про других.
Интроверт, он же вот больше углублен в себя, больше в себе ковыряется, копается, разбирается, да, и вы вот все это разобрали по полочкам и начали занимать высокое место в жизни, высокий, ну как уровень, высокий трон, да, то есть вы стали большим человеком, вы сейчас большой человек, твердый, укоренился как дерево, ветви подняты высоко к небу, солнце восходит на востоке и заходит на западе, таков закон. Насколько могучий сладок этот справедливый закон, именно он способен свергнуть все диктатуры. Конечно, эта карта показывает то, что вы теперь закон. Вы можете диктовать свои правила. Возможно, вы хорошо живете, зарабатываете, имеете авторитет в семье, в обществе, глава семьи, или ну, вам есть на кого положиться. Есть за кого отвечать, кому помогать. И вы многим помогаете, да? Несете свой пост, так скажем, высокий. Пост — это не только богатство и процветание, но еще и обязанности. Обязанностей у вас, я уверена, много. Но вы раздаете обязанности и другим людям. Вы лидер. Однозначный, непоколебимый лидер. Твердый человек, который может многое, может все. И у вас есть полномочия для того, чтобы что-то исполнять в жизни хорошее. И решать за кого-то даже что-то решать. Император — это человек сильный духом. Тот, у кого лидерство, богатство, самоуверенность, самоуважение прописаны, даже если он находится на самом дне. Такого человека невозможно оскорбить, такого человека невозможно унизить, взять. Он просто не даст спуску. Вы можете поставить на место абсолютно любого. Никто не сможет сказать вам против, никто не сможет сказать вам слово. Вы заходите, и видно, вы безусловный лидер. Все признают вас лидером. Соответственно, в вашей жизни есть люди, которые занимают важное место. Император очень часто находится в браке. Или он является каким-нибудь начальником или хозяином бизнеса. Хорошо. Кем вы станете? Девяткой кубков. Девятка кубков — человек, купающийся в роскоши и довольный всем. Но в этой колоде, вот слушайте, пришло время разлуки. Душераздирающее это или облегчение, возрождение или траур, неважно. На каждом увядающем цветке расцветает новый венчик. Не зацикливайтесь на прошлом, вкусите сладость, иногда горькость этого момента и продолжайте двигаться вперед. Но в любом случае 9 полных кубков. То есть вам нужно понимать, что карта показывает кого-то довольного жизнью, самоуверенного, купающегося в изобилии, комфорте, делающего гораздо меньше, чем сейчас, но при этом есть все. То есть вам нужно будет в будущем меньше трудиться. Но послание, которое есть на этой карте, оно показывает, что что-то поменяется в вашей жизни. Вы покинете одну ситуацию и встретите другую ситуацию. Это важно. Может быть, вы почувствуете перерождение в этом. Карта показывает, что увядает одна ситуация в вашей жизни и расцветает другая, да? Вы как будто бы не должны зацикливаться на прошлом, а встретить новое будущее. Но я еще раз говорю, что эта карта исполняет многие желания, и она всегда говорит об изобилии в жизни и о том, что человек может посвятить себе свое будущее. Может быть, сейчас вам приходится за всех отвечать и много трудиться, но это изменится. И вы сможете делать то, что вы хотите.
то, что вам нравится, то, что вам по душе, и не заботиться о том, сколько вы получите и сколько заработаете, потому что, скорее всего, вы будете обеспечены. Карта также показывает, что, может быть, будет переезд, потому что меняется кардинально, да? Не жалей о прошлом. Не цепляйся за место, в котором ты живешь, потому что лучше его поменять. И да, вы будете чувствовать себя именно тем, кто все поменял в своей жизни. Но это будет явно к лучшему, скорее всего. Ну, вот такая интересная получилась вторая позиция. А мы идем дальше к третьей позиции. Кем вы станете? Наш расклад, тут духи от Прада. И первая карта, а кем вы были в прошлом, да? Ух ты, вы были силой. Это очень интересная карта. Она показывает человека, который изначально был сильным. Лидер по натуре и тот, кто всю жизнь справлялся со своими инстинктами. Нам нужно научиться укрощать себя. Это правда. У нас есть у каждого звериная сила, но у кого-то она зашкаливает. Это у вас. У вас много было всегда энергии. Эта энергия могла созидать и подавлять это две ее стороны, да, черное и белое. И карта, она говорит о том, что вас захлестывал иногда гнев, иногда ревность, иногда страсть, иногда какие-то другие желания. И вам так хотелось взять себя под контроль, и в какой-то момент, скорее всего, вы смогли это сделать. Карта показывает такое, что дикие звери ложатся у моих ног, их мурчание заставляет замолчать кровожадную толпу, а я ласкаю их шерсть. Я — смелость настоящего момента, вдохновение, преодолевающее всю жестокость, бесконечная нежность глубин. Я — та часть тебя, которая никогда не боится. Да, действительно, в силе нет страха. Вы могли совершать большие поступки, это правда. Вы проявляли бесстрашие во всем. Может быть, вы занимались спортом. Может быть, вы побеждали на олимпиадах. Или заканчивали университет с красным дипломом. Или основывали бизнес. Может быть, вы погружались в отношения. Очень смело. И не боялись последствий. Может быть, вы переезжали куда-то. Но чаще всего силы — это больше карта на месте, да? То есть, что я могу сделать здесь и сейчас? И в прошлом вы пробовали свою невиданную силу во всех аспектах, скорее всего, во многих аспектах. Хорошо, давайте посмотрим, а кто вы сейчас и кем вы станете. Кто вы сейчас и кем вы станете? У вас все карты такие, знаете, мощные, порывистые. Вы сейчас тройка жезлов, будете вы кавалером мечей, рыцарем мечей. Конечно, как бы ваша спесь, ваш характер никуда не денется, это факт. Но в любом случае, вот, допустим, тройка жезлов — очень положительная карта. Она показывает человека оптимистичного, кто смотрит в будущее с улыбкой. Она показывает того, кто строит планы на будущее. Она показывает человека, который готов что-то менять, улучшать, что-то делать, постоянно предпринимать, строить отношения, выстраивать новые отношения, новые взаимосвязи, идти на новую работу или что-то менять в своей. Но не стоять на месте. Понимаете? Карта гласит: «Внутри меня поднимается определенная волна энергии». Веселая, светлая, игривая. Она могла бы стать песней. Сумасшедшая идея, полная обещаний, подмигивания. Это великое творчество жизни, которое течет через меня, невинное и радостное, и которое вызывает у меня желание громко смеяться. Ну да, действительно, вы, может быть, даже сегодня веселый человек, да, умеющий, там, не знаю, в компаниях сидеть, общаться, делать что-то, путешествовать. Заниматься творчеством, может быть, заниматься торговлей. Но, видите, волна энергии поднимается. То есть у вас как и было немерено силы, так и осталось. Это точно не изменилось. Огненная энергия не изменилась в вас.
Вы такой, как были, да, человек, только преобразованный в лучшее. Раньше вы справлялись со своими инстинктами, а сейчас вы просто веселый, радостный, оптимистичный человек, несмотря ни на какие проблемы. И, конечно, у вас может быть и сумасшедшая идея, и там создание чего-то гениального, осуществление планов. Вы умеете играть с жизнью, рисковать, это очень классно. Но будущее, вы кавалер мечей, рыцарь мечей, а вот это уже серьезно, потому что карта показывает кого-то, кто очень сильно рвется к цели. И ему плевать, а по каким головам он пройдет к этой цели. Карта показывает кого-то, кто сделал обо всех выводы вокруг себя, разозлился и хочет достичь того, что всегда хотел, вот больше всего на свете. Но не так, как сейчас вы это хотите, а именно появляется такая дерзость, да? Вы можете поругаться хоть с кем в будущем. Даже наплевать любому в душу, если захотите. Вас ничего не останавливает, понимаете? Вы можете с кем угодно или вообще со всеми испортить отношения. Карта гласит: «Я не хочу, я не могу больше говорить. Лезвие моего меча отражает свет. Я вестник тишины, и все слова мира резонируют во мне. Моя лошадь встает на дыбы, чтобы пересечь пропасть, которая отделяла меня от моего сердца. Любовь не поддается выражению». Если вы захотите в будущем с кем-то быть, вас тоже ничто не остановит. Вы из тех людей, которые могут положить своего избранника или избранницу на седло лошади поперек и увезти куда угодно. Если вы захотите достичь чего-то в карьере, работе, бизнесе, я думаю, что с вами побоятся соперничать. Но вы можете в будущем стать довольно агрессивным, злым человеком. Тому, кто палец, как тем, кому палец в рот не клади, откусит. И можете быть очень острым на язык человеком. Рыцарь мечей — это тот, кто логические выводы делает и начинает вот так вот крыть козырями, да, в общении с людьми. Но людям это не нравится, а рыцарю мечей на это плевать. То есть вы более пофигист такой, да, станете на других, на их мнение, не будете с ними считаться. И, соответственно, значит, появится какая-то такая цель или, может быть, отношения, где страсть заменяет абсолютно все. Вот как вы в прошлом пытались со своими инстинктами совладать, но будущее показывает, что вы выйдете из-под этого контроля. Потому что рыцарь мечей, он даже вот если о ком-то сделал выводы, его даже переубедить невозможно. Только если привести ему логическую цепочку, с которой он не может поспорить. А это очень сложно. Вам нужно задуматься над этим. Такой человек чаще всего ведет здоровый образ жизни. Не пьет, не курит. Занимается спортом, но он черствый, может быть, как сухарь, когда от всех требует дисциплины в работе, там, да, вот я начальник, и все, вот он начальник, да, вот он сразу же становится таким гордецом. И когда ему говорят: ой, там можно отпроситься, он говорит: нет, вот таким вы можете стать человеком. Я вас не понимаю, я вижу свою силу, и я не понимаю, почему вы слабее меня. Я вас не понимаю, я не хочу вас понимать. Я хочу только, там, допустим, этой цели, там, больших денег. Или, допустим, если в любви, я не понимаю ни своих родственников, ни кого-то еще. Я хочу этого человека, все, меня не остановить. И... иногда даже не важно, а любит ли меня этот человек, да, или комфортно ли ему со мной. Главное, что я хочу. Вот понимаете? Вот таким вы можете стать человеком. И нужно это контролировать, конечно. Я говорю, вот у вас с детства, скорее всего, было вот это ощущение,
что в каком-то смысле вы не можете себя контролировать, вы уже взяли себя в руки, и сегодня вы держите, в принципе, себя в руках, а в будущем это все обратно. И да, вы можете быть и богаты, и в отношениях, и все, но каким путем? Вот это вот вопрос. Ну, вот такие у нас сегодня были три позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч!